Всем привет! Сегодня мы готовим салат домашний. Вариантов на эту тему очень много. Сегодня я вам покажу, на мой взгляд, простейший из них. И количество ингредиентов, конечно же, на ваше усмотрение, поскольку салат очень простой. Варианты нарезки тоже на ваше усмотрение, как, впрочем, и в любом другом салате. Нарезайте так, как вам нравится. Перец, немножко соли и все тщательно перемешать. И наш салатик готов. Приятного вам аппетита и до новых встреч. Пока-пока.